Этот видео было записано специально для Repetit.ru. Здравствуйте, дорогие ученики. Меня зовут Силас Эстуардо Кабрера. Я родился в Гватемале, Центральная Америка. Я приехал в Россию 3 года назад. Я учился по магистерской программе. В настоящее время я преподаю испанский. У меня опыт работы 3 года. В Гватемале я преподавал 2 года. В России я преподаю испанский язык 1 год. Я закончил курс повышения квалификации учителей в Институте Сервантеса в Москве. Мне нравится готовить презентации, видео, аудио, фотографиями для учения. Также использовать таблицы для объяснения грамматики. Я не учу каждого ученика одинаково, потому что каждый ученик учится по-разному. Если вы хотите учиться испанский язык со мной, напишите мне, и мы практикуемся. Hola, queridos amigos, queridos estudiantes. Mi nombre es Silas Estuardo Cabrera, soy de Guatemala y actualmente enseño español en Rusia. Si quieres practicar conmigo y alcanzar todos tus objetivos, escríbeme y practicaremos juntos. Nos vemos pronto. Hasta luego.